Сегодня воскресенье, выходной день, и мы решили поехать в зоопарк. Ленинградский зоопарк, посмотрим там, может потом погуляем по Петропавловской крепости, если у нас сил хватит. Парни вон там развлекаются. Всем привет! Вот. Я тут Мирона учу играть в игру. Сейчас мы еще заедем за Даниной мамой. Я тебе покажу, что ты и помчим. Надеюсь, что там будет не слишком много людей. Хотя там точно будет слишком много людей. Можно прыгать. Ладно. Наверное, очередь будет часа на полтора. Посмотрим. Полным составом. Ой, ты смотри. Сразу прыгаешь. Давай так сумочку положим. Главный корпус универа. Да, сытный рынок там что-то переделывали, я знаю. Да, дайте, да, надо вот сюда. Бабушка съела. Здесь зоопарк. А мне дай. Крошка, а что такое зоопарк? Что такое зоопарк? Зверушки? Ну да. Приехали сейчас. Дойдем до него и будем смотреть на зверят. Пешеходный переход. Ну да, по пешеходному переходу перейдем. Ну, видишь, тут у нас наслаждение сплошная тема. Все, теперь тебе все нравится? Теперь у него настроение хорошее. Мирошка с мороженкой. Тема с ватой. Все, можно идти гулять, а то что-то раскис Мирошка. Такая движуха на Горьковской. Пойдем за билетиками в зоопарк. Пойдем аккуратно, кушай только. Нормальная такая очередь, несколько человек всего. Я думала, тут вообще будет километровая очередь. Ну, а мы полчаса простоим, свободненько. Все равно будет все время занято. Кайфует. Сейчас еще хочу на медведя посмотреть. Он медведь, смотри. Мишка, да? Ой, поплыл. Ой, ножки какие хорошие. Жень, ручку отними, Женя. Ой, вот это кайф. С мячиками играет, да, Мирон? С черным. С двумя мячиками. Прикольный. Ему там одиноко, наверное, одному. Ну, он лежит синий мяч. С двумя сразу мячиками. А малой-то видит? Он с Даней. Ну, видит он? Да, он смотрит в окошко там. Вот, видишь? О, приехал к нам, сейчас будет выныривать. Сейчас он выныривает. Вот он я. Видишь, молоденький. Ой, ты хороший. Медвежон. Вот он, медвежоночек хороший. Вот он к нам приплыл. Видите, какие лапушки. Вот он как. Видишь, хорошо играет. Видите, у него какой мяч. Мой лапы. Это бронестекло? Ну, я думаю, да. Толстый. На медведей тут глазеем. Видите, уже минут 15. И Мирон научится так плавать. Да, Мируш? Дальше пошли. Дальше. Суетной как. Давай, Тёма еще хочет поглядеть. Видишь, она их как ставит. Она идет к пище. Супер быстрое животное. Смотри, клубничку хочет взять. Смотри, улыбается. Смотри, какой красивый. Бедненький, жалко. Мама, это детский. Видишь, как не реагирует на звук.
привыкли, что все тут шумят, что-то им там стучат. Ну, очень худенький. Слушай, какой мелкий! Вот этот последний, он до полутора месяцев. Это большой. Красивый какой, пушистый. Там их несколько. Ну, он попой-то повернулся туда. Там их несколько. Видите, у них какой хвост. Они на хвостик раз, цепляются за деревья и висят. Это пушок. Это мозаичный. Мартышки маленькие, да? А я не знаю. Вот там вот повер... я вижу большие напротив. Он повернулся к нам так. Спасибо большое тебе. Спасибо. Мы так стараемся. Смотри, малыш на спине. Малыш на спине. Видишь? Два. Маленькие девушки все. Представляете, как держится? Ну, эти очень... Они очень цепкие прям, смотри как. Тот старший, красивый такой. А это кто мой? Они уровни проходят. Вот ты красивый, ты похож на индейского какого-то вождя. Пошел на белом. Мирон с Даней от нас ушли. Они сбежали. Мирошка сбежал, да, не желает быть в помещении. Где-то ходят на открытые вольеры, смотрят. Тёмыч, ну как тебе жираф? Вот помните, я говорил в каком-то из видео про бегемотика кривоножку, но то, что про мультик такой, про жираф, то, что он все как-то шею свернула. Ну, прикольный мультик, да. Вот мне вот сейчас это очень напомнило. Сразу мультик вспомнил, да? Надо сегодня его будет посмотреть. Зарян, что-то там жует. Только прыгать умеют. Ой, они вообще замерли, смотрите. Они вообще не шевелятся. И верхними лапками действуют как... Тогда ты сможешь сбежать. А ты мне... Давай. И подскажи ему. Эмочка. Это у него пробоина? Эму. Это, наверное, ушки у него пробоина. Апчи. Какой облезлый. Ой, ты, наверное, перепрыгни просто. Ты не... Обиделся, ты не понимаешь, сказал, какой облезлый. Он такой, можно поскрыть. Просто перепрыгни. Эмочка. Вот так, зевай. А вот и Мирон нашелся. Вот это для меня. Зачем ему на животных смотреть, когда у него тут такая площадка есть? Залезай куда хочешь. Аккуратно тут. Мирон, привет. Ты что тут делаешь? Помаши ручкой. Ручкой помаши? Помаши. Тёма тут упражняется. И двумя руками. Мирон. Мирон. Да, не держи крепко. Так, полезли. Как-то Даниленька все легко держит. Я не могу. Нормально, реакция хорошая. Нет, я вот так вот. Еще продвинься. Во. Он же чувствует, как он держится. Все, не молодцы. Знаю, что он чувствует. Но я чувствую. Но бабушка паникер. Я чувствую очень сильно. Тёмка катается. Ой, давай, садись. Тёма, буквально чуть-чуть толкайся, а он может... О, какой синячище. Это футбол у него. Ой, бешеная скорость. Парни наши убегались на площадке. Сейчас купили здесь водички. Тёма себе хот-дог взял. Где-то там вот на веранде кушаем. Ждем. Вместе с лосем ждем всех. Ну что там у тебя? Показывай. Показывай, что ты взял. Хот-дог. А что это такое зеленое? Это... Укроп, что ли? Да. Понятно. Я, короче, поела хот-дог соусом горчицей. Угу. И оно такое ядерное. Мне пришлось салфетку. Остренько? Да, я думаю, что там так долго. Я там потирала хот-дог. Пошли посмотрим, что там дальше.
мимо прошел, не заметил такой. Тему не заметил с хот-догом. Решил покататься на машинке, выждал Мерседес, когда освободится, и сразу вот на него. Покатаемся, пойдем дальше смотреть. Можно сюда? Нет, тебе там, пожалуйста, не садись. Ты же для малышей, Тём. Давай, ну только аккуратно, только по чёрту. Тём, давай ты будешь кушать, папа нет, будет управлять. Нет, ты иди с папой, если как-то иди с папой. Машина Мирон, сейчас разберется с управлением. Скорость, да, у тебя вот, давай на вот, драйв, теперь педаль нажимай. Нет, все, ты пере... Нравится? Ух ты! Влево, направо, прямо. Он все команды знает. Дела вне так вообще. Все, семейство погнало. На Мерседесе Мирон шпарит. Давай, поехали. Смотри, как легко я качу машину. Ну ты гонщик, Мирошка. Давай за мной, иди. Вот сюда. Значит, Тёма попал в кадр. Смотри, какая девица какая. Сейчас все увидишь, Мирошка. Самое интересное. Заправят ее. Полетишь сразу, Мирон. Сейчас Мирошки там поставят новый аккумулятор, и он нас помчит. Что постановилось, отпускаешь педаль. Первый поворачивай. Несется, несется. Давай, вон, езжай, ты парковка. Мирош, иди паркуйся уже, давай. Тёма сзади. Чего так медленно несешь? Мирончик, понравилось? Погоди, невидимым ключиком машину закрой. Довольный? Папа-то какой довольный. Мирошка на Мерседесе катается. Сняла хоть немножко. Ну что ты сняла? Чумахи. Разогнался, блин. Мироша, ты что так гоняешь, а? Ты на какой скорости гонял было, вообще? Надо подольше было покататься. 100 км в час. Не гнать, смотри. Тряпку выбросить. Мироша, а я вот сюда присяду. Давай. Знаете, я не буду туда садиться, а то у меня фобия на пауков. Давай. Чума перепугал, ты сейчас паука увидел. Каждый на своей лавочке. Мирошка с бабушкой на этой лавочке. Мы с Даней на другой лавочке. Мирошечка сходит с ума потихонечку. Будь здоров. Мирон. Будь здоров. Мироша, а здесь маленькие животные. Здесь маленькие животные. Мирон, здесь маленькие животные спят. Детеныши, зачем ты кричишь? Хочется покричать. Голубика! Брусника. Какая голубика? Клюква. Пилипини. Малина. Пилипини. Все, кто-то голубика! Уже сходит с ума потихоньку. Арбуз. Все, в пору. Ну что, как тебе в зоопарке? Ну, посмотрите в эти честные глаза. Ну скажи. Прекрасно. Вот, Мирошечка уже совсем устал у нас, дружочек. Мирошечка, ой, сейчас упадешь назад. Что ты творишь? А, ну, погнали. Что это такое? Смотрите, как учат детей садиться на шпагат. Ой-ой-ой. Ни в коем случае. Ну-ка, потанцуйте. Раз устал. Ну, потанцуйте. Да давайте. Мироша, Мирош, нет. Иди, покажи, как надо танцевать. Нет, ваш фирменный танец, ребят. Как надо танцевать? Не, вот здесь, на кругу, вот здесь, напротив мамы. Тёма, давай, вот. Показывай ему пример. Фирменный танец. А ты-то что, Мирон? Сбоку, Мирон, вставай. Чего ты... Чего? Мирош, что ты ко мне задом? Вот так, передом вставай. Я,
Вот, 4 года, 11 лет. В общем, разница невелика. Тёма, аккуратно, он тяжелый. И не дай бог. Ты куда? Пока, Мирошка. Вот дурной пример по заразителям. Да, конечно, он все повторяет. Все повторять надо за Тёмой. Мироша, аккуратно. Мирон, иди. Давай обратно. С этой стороны его иди догоняй. Иди сюда. Мирон, вот с этой стороны догоняй. Давай, давай, давай. Пошел, пошел, пошел. Ну-ка, где там беги, Тёма? Беги, 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 беги. Беги, 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 беги. Можешь? Пройдет там через кусты? Угу, беги, беги, скорее, 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 скорее. Мирошка уже устал, по-моему. Уже сходим с ума по тебе. Мама, а почему совы не спят? А здесь совы? Вон они, вон они. Вот натуральная северная сова. Полярная сова. Вот. Вот это у нас такие. Какие-то супер вольеры, насколько я помню. Для тигров, львов. Мирошка, иди сюда. Там он далеко, где-то в уголочке, тигренок спит. Мы на такое время, видимо, попали, когда у них полуденный сон. Как отдыхают. Нет, мы были, когда вот в 11 году здесь. Они все путешествовали, бегали вообще. Сплошная движуха была. Сейчас никого нет. Вот что за птица такая? Большой индийский халал. Мирошка, смотри, какая птичка там сидит разноцветная. Это вот цапля. Ничего, размах метр, больше метра. Зашли в какой-то тропический дом. Уважаемые посетители, пожалуйста, соблюдайте дистанцию, надевайте маску и перчатки, серьезно, заходя в помещение. Какой ты красивый. Обалдеть. Все устали, нагулялись, плетемся уже к выходу. И Тёма мечтает о чем? О ресторане! Он нас уговаривает. Покушать! Сейчас хот-дог хочу кушать. Будет еще одно счастье. Так что вот, не знаю. Куда пойдем-то? Да мы еще сегодня планировали в Петропавловскую крепость. И куда-нибудь еще. И еще поговорим. И в артиллерийский музей. Ну что-то у нас... О, правду говорю, силы кончились уже. Ноги устали, что-то мы тут долго уже проводились. Ману, куда пойдем? Домой. Нет. Тёма не сдается в ресторан. Только в ресторан. Ну какой малыш хорошенький. Еще один малыш хорошенький. Я лучше него. Многих животных в этот раз нет в зоопарке. Сбежали. Оформляются экспозиции, не знаю, с чем это связано. Многих не увидели. Тигры. Львы, вот их там буквально штук, наверное, штук, буквально где-то вот из кошачьих, крупных кошачьих, да, где-то 4-5, может, экземпляров, очень мало. Нет, пальчик, говорю, сунь, проверим, вот тяпает, любишь меня, да, очень? Сунь пальчик. Любишь, говоришь, меня очень? Да. Ну, давай. Сунь пальчик. Гусику. Не гусик, кто ты, утка? Гусик. Гусик. Ого! Проходим, проходим. Вот такие. Ой, у меня оборвется, что-то больно сильно. Да. Ой. Очень сильный мощный. Ой, как считается. Главное, телефон не выронить в водичку. Тут еще напоследок на выходе. Фламинго, что ли? Розовый фламинго. Пришли себе развлекушечку. Сложите, угадайте. Давайте птичку складывайте. Вот вам серый журавль. Черный аист. Что-то ноги-то не отсюда.
Ноги не отсюда. Уайста? Ну, я не знаю, кто это. Тёма, Тём, аккуратно, чтоб ни в лоб и не попасть. О, прямо идеально. Тарлы сидят. Места, конечно, мало. Орла, не разгуляешься, орла. Да, орел? Ой, я тебя красивый. Назвала, ты сразу мне, на меня прореагировал. А смотри, какие у них разные клювы. Угу. Это разные, девочка, наверное, а та Вилли. Та дядя, а это тетя. Дядя и тетя. Дядя. Или просто этот помоложе. Орел, ты что? Мы нашли выход из зоопарка. Есть.